Наши ребята-легкоатлеты привезли награды из соседнего региона. В Чебоксарах завершились чемпионаты первенства Приволжского федерального округа по легкой атлетике. 900 участников из 14 городов участвовали в состязаниях. Кандидат в мастера спорта Наталья Кондрашина выступала в длине и в тройном прыжке. Спортсменка довольна результатами, однако есть куда стремиться. В Чебоксарах встретили радушно, но погода на момент соревнований не порадовала. В длине я заняла второе место. Прыгнула как раз-таки по кандидату в 5.96 и в тройном 12.54. Максим Половов выступал в спринте на 200 метров и в эстафете на 400 метров. Главная его дисциплина – это прыжки в длину. Получилось заработать две медали, две серебряных, одну в прыжках в длину и одну в эстафете 4 по 400. Тяжело было ухватиться за золото, очень высокий результат был у соперника. Ну, второе место тоже неплохо. Сборная Ульяновской области выступила достойно, по мнению наших спортсменов. Нашим легкоатлетам не было равных в эстафете 4 на 400 метров. Также ребята отличились в беге на 100, 400 и 800 метров, в прыжках, метании диска. В этом году появилось множество сильных соперников. Расслабляться нельзя. Наши отставать не собираются. Это только начало сезона. Ульяновцы готовы поднажать к следующим соревнованиям. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.